Добрый день, друзья! 13 апреля 2023 год, как и обещали. Вот мы приехали снимать урожай новой партии березового сока. 13 апреля 2023 год. Вот уже есть заявочки. Люди попросили прямо сегодня развести. Прямо с дерева сразу же тут же разольем 5-литровые бутылки с завода пластика. 5 литров 500 рублей. Вот, смотрите, вот наполнение такое. Вот вчера оставили, ночью был 0 градусов, вот даже отпотевшие мешки, вот экологически чистые, да? Вот такие экологически чистые. Ну, ребята попросили, рекомендуют, бросают наше видео в чаты домов, знаете, сейчас есть чаты домов, да? Ну и вот попросили новое свежее видео, чтобы не стыдно было порекомендовать. Попросили показать прям видео, как мы снимаем сок. Вот он свеженький, да? Вот он свеженький березовый сок. Анатолич, ну, литров 100, наверное, будет. Но свеженький. Сегодня, ну, наверное, и завтра это все разойдется по заказам. Поэтому звоните. +7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Телеграмом, +7 914 974 45 45. Ну и еще поставим. Вот. Все удивил краткостью. Помогай Бог. Вот такое экологически чистое место. Вот и белые березы присутствуют, и вот желтая манжурская береза. Именно сегодня не беспокойся, именно сегодня не сердись. С уважением относись к родителям, учителям и старшим. Честно зарабатывай на жизнь. С благодарностью относись ко всему живому. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты меня учишь видеть Твоими глазами, слышать Твоими ушами, прикасаться Твоими руками, прощать Твоим сердцем. Все больше люби Твои, Господи, в моем существе. Ну так делают массажисты, когда прикасаются к клиенту, к пациенту. Нужно от всей суеты мирской отойти. Точно так же и мы вот работаем, получается, с природными жидкостями. Поэтому надо успокоиться от суеты, от всей, спокойно отдышаться и с хорошими мыслями собрать сок. И для своей семьи, для внука, для детей, для родителей. И вот для вас. Помогай Бог!